Педагогический слэм – это событие, посвященное созданию вожатского комьюнити в Новосибирской области. Мы здесь собрали разные вожатские отряды, которые будут представлять свои разработки в такой неформальной форме для того, чтобы посвятить ребят-школьников, посвятить студентов в то, как же развивается вожатское сообщество в Новосибирске. Благодаря педагогическому слэму ребята смогут понять, как же работает у нас вожатское сообщество в Новосибирске. Также они могут получить какой-то опыт работы в лагерях, да, посредством того, что сегодня они повзаимодействуют с наставниками, с работниками уже лагеря, найдут себе место призвания по душе, ну и также узнают, как же летом можно классно провести свой досуг.